Всем здравствуйте! Меня зовут Наталья Невзорова, и сегодня я вам расскажу о сайте, который мы запускаем сейчас с этого каталога, с 14-го, и который будет работать для вас теперь уже, я думаю, что постоянно. Проведу небольшую экскурсию по сайту и вообще расскажу о истории возникновения. Я пришла в интернет работать 1,5 года назад. Вообще я нахожусь в интернете с 2007 года, но никогда не было своего личного сайта. Я всегда вела свои дневники и рассказывала о своих методах работы на других сайтах или на форумах, но все время хотела иметь собственный. И вот буквально 1,5 года назад я закончила курсы у Кости Харченко, обучающий курс интернет-бизнес, и у Артема Богданова, и научилась делать сайты. Я не скажу, что это делать очень легко. На самом деле это очень такое трудоемкое дело. Но сейчас я имею представление о том, каким образом сайт делается, и уже могу договариваться с фрилансерами, которые могут выполнить определенную рутинную работу. И уже много вещей я научилась делать сама. Вообще у меня создано 4 сайта. Вы можете ссылочки найти как раз вот на том сайте, на котором мы сейчас находимся здесь. В разделе «Найди нас», вот здесь есть ссылки на все мои интернет-ресурсы, где я присутствую. И у меня есть группы, которые посвящены моему бизнесу, компании, сотрудничеству с компанией Oriflame, в соцсетях, преимущественно ВКонтакте. Но есть еще группа в Одноклассниках. Но на что я обратила внимание, то есть в социальных сетях очень большое количество групп, и когда мои консультанты приходят в эту группу, они добавляются, но бывает так, что вот в этой огромной массе групп они просто не могут прочитать всю информацию, которая приходит им в фидах. И я приняла решение сделать командный сайт. Причем этот командный сайт будет обучающий. Мы будем создавать его совместно с моими партнерами, консультантами Oriflame. Ну вот, буквально основа сайта сделана. Теперь нужно его наполнить материалами. Если вы видите, с левой стороны находится достаточно протяженное меню. Причем оно затрагивает все сферы сотрудничества с компанией Oriflame. Это и есть раздел для клиентов, и для новичков-консультантов, которые только что пришли, и для консультантов, которые хотят познакомиться больше с продукцией. Здесь будет наполняться материал всеми категориями продуктов, которые представлены в компании Oriflame. Есть у нас еще раздел, который называется «Участвуй в мероприятиях», потому что самое важное, если вы хотите зарабатывать больше, если вы хотите стать профессионалом продаж, то нужно научиться этому у других людей. И здесь будут выложены школы для новичков. И, в принципе, сейчас на официальном сайте Oriflame тоже запущены школы разноуровневые. Дальше. Будет рассказ о возможностях и какие деньги можно заработать, сотрудничая с компанией Oriflame на разных уровнях по системе Pro. Я систему Pro очень люблю, и поэтому я как раз поделила здесь ступени таким образом, что можно их отнести к разным уровням системы Pro. И как раз этот раздел может подойти для тех, кто хочет начать свое сотрудничество с Oriflame, и для новичков они могут как раз здесь знакомиться с информацией о том, какие возможности предоставляет компания, на каком уровне, какие доходы будут и как найти, дойти до этого уровня. Без обучения никуда. Основные навыки, я сама педагог по образованию, поэтому есть основные навыки, которые нужно знать при любой работе. Хоть вы, предположим, идете в медицину, или вы идете в культуру, или, предположим, вы хотите работать у станка на заводе, нужны
каждой профессии есть определенные навыки, которые мы приобретаем. И здесь на сайте тоже будет выложена информация о том, как научиться тому или иному навыку, который присущ опять в соответствии с уровнем системы PRO. Система PRO – это система продаж, рекрутирования Oriflame. И каким образом эти навыки отточить. Компания Oriflame дарит очень много подарков, и возможность есть получать их как в денежном эквиваленте вознаграждения, так и в виде каких-то продуктов, предположим, косметической продукции, сумки, часы и так далее, то есть айпады, нетбуки. Здесь будет рассказана информация о том, какие подарки вы можете получить и каким образом это сделать. И будет такой раздел, называется «Интересуйся». Это информация внешняя, публикация компании, публикация о нас в прессе, о нашей команде, о нашем офисе, история успеха, развивающие книги, развивающие фильмы и различные аудиозаписи. На сегодняшний момент на сайте еще есть верхнее главное меню. И здесь, если мы сейчас прогуляемся, мы можем посмотреть, что есть информация о том, как создавался этот сайт. Я написала свою историю в компании Oriflame. Я работаю с 2001 года уже здесь. Здесь есть видео, оно такое достаточно уже старенькое, надо переписать, потому что я уже и по-другому выгляжу, и по-другому говорю. И есть информация, видео о нашем офисе и часы работы нашего офиса. Также в скором времени будут настроены плагины комментариев, где можно откомментировать не только ВКонтакте, но и в Фейсбуке, и другие варианты комментариев. И будут кнопки социальных сетей сделаны. На нашем сайте можно будет просмотреть каталоги. Каталог текущий, каталог следующий. Потому что наш офис входит в систему компании Oriflame, в программу, вернее, компании Oriflame по предзаказам, по предварительным заказам. И нам за 2 месяца приходит уже каталог. Поэтому здесь будут свежие каталоги, которые вы можете приходить смотреть. Вот, например, сегодня я выложу 14-й каталог, который начинает работу с завтрашнего дня, с 8 октября. А сейчас вы уже можете посмотреть 15-й каталог, потому что он уже был мною сделан и отсканирован. Причем здесь работает очень хороший такой просмотр галерея. То есть вы можете просмотреть в автоматическом режиме, запускать просмотр каталога. Причем достаточно хорошо все читается. А можете вручную, например, да, слистать странички каталога. Если вы хотите посмотреть отдельные страницы, то вы можете здесь посмотреть в миниатюрах и, предположим, открыть ту страницу, которая вам захочется, и уже более подробно познакомиться и с ценами, и с продукцией. Также у нас здесь есть форма присоединения к нашей команде. То есть все те, кто заполняет заявку на регистрацию в Oriflame на нашем сайте, автоматически присоединяются в нашу структуру котласскую, мою именно Натальи Невзоровой. Поэтому здесь все очень подробно рассказано, почему нужны эти именно данные. Например, часто возникает вопрос, зачем нужна серия и номер паспорта. На самом деле в офисе не выдадут заказ, если вы не предъявите документ, удостоверяющий вашу личность. Соответственно, серия и номер паспорта, они уникальны, они не повторяются, поэтому их заносят специально в базу данных, причем информация эта конфиденциальна, она никуда не пропадает и поступает прямо в базу данных. Компания Oriflame рассылает каталоги по почте иногда 4 раза в год, и вы можете указать, не можете, а нужно указать адрес, на какой вы хотели бы их получать. Ну, соответственно, телефоны, электронный адрес. Если у вас нет, вы можете зарегистрироваться на почтовом сервере gmail.com. Это один из лучших почтовиков. Дальше, если у вас есть Skype или ICQ, вы указываете здесь. Если нет, просто оставляете поле пустым.
Здесь мы хотели бы выяснить, были ли вы ранее зарегистрированы в Reflame, или, может быть, в настоящее время являетесь консультантом. Если в настоящее время являетесь консультантом, то в эту форму не надо заносить свои данные, потому что второй раз вы уже не сможете зарегистрироваться в компании. И мы хотели бы выяснить, с какой целью вы хотите зарегистрироваться, чтобы вам предоставить нужную информацию, какая бы вас заинтересовала. Ну и после оформления регистрации в течение 24 часов нужно проверить свой почтовый адрес, почтовый ящик и посмотреть, есть ли там письмо с вашим паролем, и с вашей электронной почтой. И здесь в последней графе вы всегда можете нам задать вопросы, что вас интересует, ну или рассказать о себе несколько слов, чтобы мы имели представление, кто вы. Потом чуть позже будет настроена гостевая книга, то есть все те, кто заходит на наш сайт, могут оставить здесь вопросы, комментарии, пожелания, поздравления и так далее. То есть здесь будет настроен специальный плагин, пока он не работает. Ну, есть раздел «Контакты» и будет вход для консультантов моей структуры, потому что некоторая информация будет касаться только консультантов моей структуры. Сейчас, что находится на сайте, выложена презентация возможностей моя авторская, она идет примерно около часа, минут 40, наверное, да, можно ее посмотреть, чтобы понять о том, как в Oriflame зарабатываются деньги. Выложена моя история, и вот здесь вот уже начинает заполняться меню. Все, что здесь написано, это все из моего собственного опыта, потому что я имею уже многолетний опыт сотрудничества с компанией Oriflame. Я очень хороший продажник, и в свое время у меня было большое количество клиентов, и я хорошо работаю с продуктом. И, в принципе, то, что касается бизнеса, я уже изучила все тонкости бизнеса, поэтому могу, соответственно, помочь всем тем, кто хочет быстро вырасти, заработать денег или познакомиться с продукцией. Поэтому я пишу здесь о своих методиках, которые я использовала и в работе с клиентами, и в работе со своей структурой. Ну и здесь будут выложены еще объявления о том, какие акции будут проводиться в нашей, для консультантов моей структуры, ну и для тех, кто является гостем нашего сайта. Например, 10 октября в 20 часов в рамках проекта «Свободная среда» будет проводиться вебинар, который веду я. И тема этого вебинара – проведение акций и конкурсов в социальных сетях. Причем тема достаточно такая малоизученная, но очень актуальная, потому что многие сейчас хотят продвигать себя и бизнес свой в социальные сети, но не знают, как это сделать. Поэтому вот информация будет на этом вебинаре. Для того, чтобы зарегистрироваться на этот вебинар, если вы еще не являетесь слушателем проекта «Свободная среда», вам нужно, нажав на баннер, перейти на мой другой сайт, который называется nenatv.ru, который является как раз, этот проект является детищем этого сайта, и здесь оставить вот в этой форме заявочку, свой электронный адрес, свое имя, ну и обязательно подтвердить подписку, которая вам придет письмо в электронную почту. Если вы его не получили, обязательно проверьте папку «Спам», потому что если адресат не занесен в вашу адресную книгу, то часто письма попадают в папку «Спам». И я вообще каждый день проверяю и не только папку «Входящий», но и папку «Спам», потому что многие письма попадают именно туда. Наш проект посещает большое количество людей, он совершенно бесплатный, и на нем выступают психологи, бизнес-тренеры, коучи, интернет-предприниматели или просто предприниматели и рассказывают о своих методиках работы, о своих достижениях. То есть, нажав вот на этот баннер, вы попадете как раз на тот сайт, о котором я сейчас говорила. Ну и в заключение хочу пригласить вас на наш новый проект. Он называется как раз «Мастерская роста Натальи Невзоровой». Я думала, как бы его назвать. Но вот решила все-таки продвигать себя как бренд. И плюс действительно
моя задача помочь тем людям, которые присоединятся в мою команду, очень быстро вырасти и как можно быстрее заработать уже достаточно хорошие для них деньги. То есть это моя основная задача. Также на этом сайте мы будем вывешивать рейтинги по нашей структуре, какие акции мы внутренне проводим. То есть это обучающий сайт для консультантов, не только гостей, которые будут приходить на мой сервис, но еще и для консультантов моей структуры. Поэтому приходите, задавайте вопросы, пишите, регистрируйтесь, смотрите каталоги, и я думаю, что наше сотрудничество и общение будет приятным. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Наталья Невзорова. И до новых встреч!